Иное измерение русской культуры. Алексей Васильевич Кольцов. Звезда. Читает Евгений Бразун-Брюшковский. Где б ни был я, всегда до утренней зари алмазная звезда против меня стоит и в очи мне язвительно глядит. При ней когда-то час разлуки был, но я давно ее и час тот позабыл. Один лишь этот луч неотразим, и я никак не свыкнусь с ним. Порою он приводит в умиление, порой в восторг и исступление, порою в горькую печаль, и мне ее, погибшую, все жаль. ...1841 год. Читано по изданию «Стихотворения и письма Алексея Васильевича Кольцова». Полное собрание. Второе издание. Вновь исправленное и значительно дополненное под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Санкт-Петербург. Издание «Маркса». 1901 год.